Днем основания нашей республики принято считать 30 мая 1923 года. Тогда, 96 лет назад, постановлением Президиума в ЦИК была создана Бурят-Монгольская автономная советская социалистическая республика. С 2016 года праздник стал официальной памятной датой и отмечается ежегодно. Это праздник, объединяющий многие национальности. У нас в республике проживает 160 национальностей в мире и согласии. Это праздник единения, ибо это основа успеха, развития и благополучия нашей Бурятии. После официальной части зрители смогли насладиться концертом, в котором внимание уделили номерам с национальной тематикой. В общей сложности для гостей праздника профессиональные и народные коллективы Бурятии подготовили более десятка номеров. Андрей Слепнев, Андрей Дармаев, новости дня.